Астана готовится к 47-му ежегодному заседанию Азиатского банка развития. Порядка 5000 участников, известные экономисты, видные политические деятели и бизнесмены из 67 стран мира посетят нашу столицу уже в начале мая. Ключевой темой встречи, заявленной Казахстаном, станет развитие обновленного шелкового пути. Выбрана она не случайно. Вектор мировой экономики постепенно смещается в сторону развивающихся рынков, в том числе стран Азии, поясняют организаторы. По сути, новым шелковым путем уже признан транснациональный коридор Западная Европа, Западный Китай. Помимо объединения дорог, он будет стимулировать торговлю между Азией и Европой. По прогнозам экспертов, транзитные перевозки принесут высокие доходы Казахстану уже в следующем году. За 20 лет сотрудничества Азиатский банк развития сделал свой вклад в совершенствование системы госуправления Казахстана и развитие частного сектора. Наш портфель взаимоотношений включает в себя 6 проектов общей стоимостью 29,5 миллионов долларов США. В тесном сотрудничестве имплементировано большое количество стратегически важных инвестиционных проектов и программ. Разработка и поддержка программы развития малого и среднего бизнеса. Сегодня я думаю, что наше сотрудничество выходит на новый уровень. Казахстан в прошлом году, год назад, заявил о желании стать не просто нетто-получателем, но и донором.